Реконструкция сквера на улице Сартлановой закончится в начале июля, сказал сегодня мэр Казани Ильсур Метшин, проверяя, как идет работа. Здесь будет многофункциональная спортплощадка, футбольное поле с синтетическим покрытием, отдельные территории для самых маленьких. Капитально отремонтируют дорожки, приведут в порядок освещение. Градоначальник поручил установить камеры видеонаблюдения. Эстетическое оформление доверили начинающим художникам. Мы обещали детям, что часть каникул они здесь проведут, поэтому вот на 1 июля, в первых числах июля, чтобы мы сюда приехали, праздник двора устроите, праздник района. Намоленный микрорайон, столько здесь, ну ни одно поколение выросло. 30 лет парку, и уже морально он устарел, хотя красивые деревья, новым содержанием, новым наполнением нужно обеспечить эти работы.